Возможно ли производить удобрения, используя в качестве основы, к примеру, кости животных? В чем плюсы такой формулы для агросектора и для окружающей среды? Мы в Венгрии. Именно эту страну выбрали ученые, объединенные европейским исследовательским проектом для пилотного производства экологически безопасных удобрений. В основе рецептуры – свиные кости. Вот здесь вы видите свиные кости. Они очень богаты фосфором и другими минералами. Если их сжечь, то полученная зола, богатая фосфатами, станет отличным средством подкормки грунта для фермерских хозяйств. Температура, при которой идет сжигание костей, около 600 градусов. Печь представляет собой вакуум. В результате полное отсутствие загрязняющих атмосферу выбросов. Полученная субстанция натурально сохраняет полезные минералы начального продукта – костей. У этих костей много пористая структура. Она сохраняется и после прохождения через печь. Это очень хорошо, потому что эти поры могут служить своего рода домиком для населяющих почву микроорганизмов. Кто, как и где проверяет качество и безопасность конечного продукта – удобрения? В этой лаборатории в Будапеште исследователи интересуют наличие вредных веществ в костях животных, предназначенных для удобрений. Тяжелые металлы, к примеру. Как ведут себя нежелательные добавки после сжигания? Ответы в пробирках, под микроскопом, на экранах компьютеров. Это очень хороший и натуральный источник фосфатов для агросектора. И очень перспективный в будущем, когда дело поставят на поток. В костях изоле 30% фосфатов, плюс кальций, важнейший костный элемент. И все это очень востребовано при подкормке грунта. Результатов работы ученых европейского исследовательского проекта с нетерпением ждут фермеры. Недорогое, эффективное натуральное удобрение. Что может быть лучше? Качественно переработанные кости животных – это отличное удобрение. Оно помогает растениям лучше сопротивляться различным неблагоприятным факторам, засухе, к примеру, или патогенным организмам. В итоге, как вы понимаете, нас ждет лучший и больший урожай. E la qualità delle produzioni. От лаборатории до магазина. На этом предприятии близ Будапешта уже готовится к коммерциализации золы. По мнению руководства предприятия, она может быть либо самостоятельным удобрением, либо дополнением к уже имеющимся подкормкам. Все упирается в конкурентоспособность продукта, верно? Даже если ученые в один голос скажут «это и полезно, и надежно», то реальный успех новинки определит лишь рынок. Специалисты считают, что удобрения на базе костей животных смогут занять свое место на рынке в течение 5 ближайших лет.